сейчас по новостям говорят про этого Кокорина, до Мамаева. Вот голосование объявили там, наказывать их, не наказывать. Что за херня вообще творится, да? Мне кажется, перед законом же все равны. Какая хер разница, футболист, не футболист. Потом они, знаете, я видео посмотрел вчера вечером, они, ну, бывают там какие-то мужские драки, да, что-то слово за слово там, а тут-то в наглую просто наезд, в наглую, да, берет стулом, похарь его бьет, да кто ты после этого-то? Мне кажется, судить надо и, ну, не знаю, условно-то, на условно-то он точно заработал. Потом у него автомобили, я прочитал, да, 5 или 6 штук в общей сложности на 50 миллионов, да? То есть, ну, понятно, он такой пальцы веером, срать ему на всех, на нас, да? А так, по большому счету, разобраться, кто он такой-то? Ну, на чемпионате мира Смолов в ворота не мог попасть с 11 метров. Ну, что думаете, какой это, что ли, лучше, блядь? Они, по крайней мере, вообще в мировом футболе, они нули и ничего из себя не представляют. Ну, платят наши функционеры там им миллиарды, чтобы самим хапнуть. Ну, и платят. А вообще они, конечно, столько не стоят. Я бы даже сказал по-другому, как человеку публичному. Наказать надо, вдуть по самое не балуйся ему. Года 2-3. А что там на зоне, что там не люди, что ли? Там тоже в футбол играют между отрядами. Бывает даже каким-то датам с этими сотрудниками играют. Вот. Поэтому не пропадет он там, что. И там вот там пусть пальцы погнет, да, там стулья, все там, вот там пусть гнет пальцы. Там ему быстро в течение недели рога поотшибают и поставят на место.